громким. Ну, смотри. Нет. Поменьше бы сидели дети около телевизоров. Нет, конечно, против своей передачи мы ничего не имеем. Но, друзья, согласитесь, выходной день, утро, самое время детям погулять. Не мешай, девочка, не видишь, играем, да, работаем. Чтобы они дышали свежим воздухом на природе, играли бы с любимыми игрушками где-нибудь там в песочке. Что такое? Я тебе открою тайну. Тайну? Никому не говори. Нет. Если рано ты проснешься, если встанешь до зари, если тихо выпьешь чаю, если выйдешь из двери, если ты пойдешь направо, а потом чуть-чуть левей, я тебе открою тайну. Тайну? Тайну. Я тебе открою тайну. Тайну. Никому не говори. Нет. Если рано ты проснешься, если встанешь до зари, обогнешь большой колодец, обойдешь засохший пруд, там у старой водокачки, у забора две собачки громко косточку грызут. Я тебе открою тайну, тайну. Я тебе открою тайну, тайну. Тайну, тайну. Тайну.